Забор воды производится на расстоянии 2 километра 300 метров от берега. Именно здесь находится глубоководный выпуск сточных вод от бзугинских очистных сооружений. Перед каждым забором необходимо провести дезинфекцию пробоотборника, чтобы минимизировать риск попадания в материал дополнительных микроорганизмов. 6-процентный спирт и зажигалка – основное оружие инженера-бактериолога. Только после такой обработки пробоотборник отпускается на 20-30 сантиметров в воду. Максимальная осторожность должна быть при переливе взятой пробы в специальный сосуд. Делать это при качке, да еще и в спасательном жилете, очень сложно. Поливать можно. Главное, чтобы не было непосредственного контакта с горлышком флакона. Пробы берутся в две колбы. Одна будет передана в санэпидемстанцию, другая – в аккредитованную лабораторию АБВК «Сочи», с которой сотрудничает Сочинский водоканал. Пока бактериолог берет воду на микробиологические исследования, на другом борту катера работает инженер-химик. Он берет пробы для анализа химического состава воды в точке глубоководного выпуска очищенных вод на глубине около полуметра. 15 штук – это химико-микробиологические показатели. Это общее количество их, которое мы определяем в нашей лаборатории. В частности, можно выделить блок химических показателей, характеризующий степень очистки от фекальных стоков. То есть это азоты, фосфаты, pH. Пробы морской воды берутся один раз в месяц. Забор производится на 4 точках, непосредственно на месте глубоководного выпуска, а также на расстоянии 250 метров от него по течению и против течения, и в чистой зоне. Таким образом, каждый специалист собирает специальную сумку-холодильник по 8 сосудов с материалом для исследования. И, как показывает практика, результаты проверок положительные. По показателям можно сказать, что превышение ни ПДК, ни нормативов, которые отведены для каждого честных отдельно, нет. Все находится в пределах нормы и даже ниже. А это значит, что никакого экологически опасного влияния стоки, поступающие с очистных сооружений, на качество морской воды не оказывают. Ведь для того, чтобы произвести такую фильтрацию, на очистных сооружениях проводится большая поэтапная очистка от загрязнений и кишечных инфекций. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.